26 июня президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента санатория Истису в Кельбеджарском районе. Управляющий делами президент Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о предстоящей в санатории работе. Было отмечено, что лечебно-оздоровительный комплекс Истису, который предусмотрено построить на площади 34 гектара, сможет принимать 300 человек в сутки. Помимо оздоровительного реабилитационного центра, в комплексе также планируется построить 10 коттеджей.